Доброе утро. Гулять? 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 Патрик, гулять! Всем привет! Сегодня суббота, я решила для вас снимать влог, потому что у меня такое хорошее настроение. Когда у меня хорошее настроение, мне всегда хочется с кем-то им делиться. Поэтому сейчас я собираюсь. Это капец, ребят, серьезно. Сегодня очень такой масштабный день, очень много планов, очень много всего интересного будет происходить, поэтому я обязательно вам все засниму. Мне вот что-то написали. И зачем я собрала себе все в рюкзак? Дело в том, что сегодня я должна отснять луки для видео, скажем так. Луки звучит как-то слишком пафосно, но я не могу придумать другого слова. Я взяла с собой всего два, и у меня уже как бы весь рюкзак занят. Это я даже сумку с собой еще одну не могу взять, потому что она просто уже не влезет. И поэтому мне придется делить все это на два дня и снимать в субботу и в воскресенье. Я бы, конечно, хотела сделать все за субботу, но судьба распорядилась иначе. Еще сегодня мы будем готовиться к ОГЭ, все вот такое, всякое гулять. Короче, день будет классный. Погнали. Кстати, шарики, которые уже сдуваются потихоньку, остались с дня рождения. Йоу. Бум. Мы уже доехали до Тверской, потому что у нас здесь находится кафе, которое мы выбрали. Что на меня так смотрит? Смотрите, что мы нашли. Мы просто здесь решили пофоткаться, потому что, знаете, мы по жизни фоткаемся много, везде. В общем, фоточки делаем для Инстаграма. Здесь такая улочка, знаете, спокойная такая, как в центре, в принципе, все улицы такие красивые в Москве. Садись, sit down. Underneath rays of gold, your body you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, you saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. В общем, мы пришли уже в кафе, и та-дам! ОГЭ математика раз. И вот у меня еще вот это. Будем сейчас решать. Мы выделили на это 2 часа. У нас есть 2 варианта. И кушать. Я не знаю, что я снимаю, но ладно. Я забыла про то, что надо было снять, и начала есть. Поэтому у меня сегодня на завтрак тост с авокадо и яйцо пашот. Вот, вот найс. 15 градусов. Знаешь, что зашли во фрукты, овощи, видим только шоколад, хотим только шоколад. Посмотрите. Да, он вкусный. Блин, я вот это хочу. Мы из Европы, детка. В общем, знаете, здесь столько мест, такие улочки, где просто можно садиться там вот на полу, знаете, ну то есть там дощечка и садишься. Вот это напоминает, как будто ты в Лондоне, там в Америке. Так уютненько, тихо. Красиво здесь. Погодка супер, погодка класс. Поливает! Я хочу сказать, что мы пришли в кафешку. Потом я заказала себе борщ с пампушками. Хлеб я не ем, поэтому мне не нужен. Я поела. Было очень вкусно. Нет, правда говорю, просто я наелась. Моя любовь, Ауди! На самом деле я просто вот, просто. Опять затащили меня куда-то поесть. Я отказывалась до последнего. Я хотела взять мороженое, но булка. Вы серьезно? Дошли мы, значит, пешочком до ЦБ. Мы сегодня очень много ходим, мы молодцы. У меня на часах уже 600 калорий, ну, типа, сожгли. И я вот так вот шла до ЦБ, и, знаете, мне вообще не холодно. Абсолютно, на улице почему-то потеплело резко, я не знаю, к вечеру.
Господи, ребят, я доползла до дома. Я сама в шоке, потому что я сегодня просто очень устала. Я бы очень хотела выпускать видео чаще, но реально потерпите еще месяц, полтора, потому что некоторые экзамены в июне, и я все сдам, и я надеюсь, что хорошо все сдам, и я буду снимать видео чаще. Я пообещала себе, что летом надо заниматься каналом, надо снимать что-то, то, что нравится, то, что доставляет кайф. Вот, и я вам потом, когда сдам, надеюсь, что хорошо, в общем, я вам заснимаю обязательно видео, расскажу, как я волновалась, нет, что. Сейчас я просто не хочу говорить на эту тему, потому что это все в будущем времени, поэтому я не знаю, вот когда я точно буду знать что-то как, вот тогда я вам расскажу, в общем. И увидимся мы с вами уже завтра. Всем доброе утро, сегодня, я забыла, воскресенье. Я сейчас завтракала, сидела. Я почти дозавтракала, у меня был творог, 100 грамм творога, в общем, и 68 миллилитров кокосового молока. Делайте со мной что хотите, но я люблю все, что связано с кокосом, потому что это все очень вкусно. И уже через час, получается, мне выходить на тренировку. Да, у меня сегодня будет тренировка, хоть я не сильно люблю все вот эти... Но я все-таки решила, что вдруг мне понравится. Вот, поэтому сегодня решила сходить туда. Немного о том, какая я очень классная. Я просто сейчас собирала рюкзак на фитнес, и мне нужны были лосины. Я, значит, искала эти лосины, внимание, 20 минут. Открываю рюкзак и понимаю, что я их уже сложила. Итак, я чисто как главный любитель ходить пешком, иду на фитнес пешком, потому что, ну, просто погода реально очень клевая, я бы сейчас поехала куда-то в парк погулять, но у меня сегодня очень много дел, поэтому сегодня не получится, возможно, во вторник куда-то съезжу. Так что, мне кажется, было просто незаконно ехать в такую прекрасную погоду на машине. Я вот тут в куртке, у меня даже жарко, потому что улица 17 градусов. Короче, прошло достаточно много времени с того момента, как я пришла домой. Я порешала варианты, покушала, да. И сейчас буду собираться, потому что как только мама придет с маникюра, мы пойдем в кино. Я искала сейчас выпрямитель минут 10, но не нашла. Я подумала, что это надо, что это знак, что надо закрутить волосы. И, кстати, да, вот так выглядят мои волосы, когда я их не выпрямляю. Так я обычно их каждый день выпрямляю. Сегодня я была весьма продуктивна. Правда, мне еще надо учить... Смерть поэта. Я не понимаю, зачем ее надо учить. Вот. И, кстати, насчет занятий. Я была приятно удивлена, потому что раньше я ходила на какие-то, типа, пилатес, там, не знаю, йога, круговые, и мне вообще не нравилось. А сейчас там открыли новый зал, и он такой, знаете, красивый, с панорамными окнами, и там не жарко, что самое главное для меня. И мне тренер очень понравился. В общем, мне все очень понравилось, поэтому я решила, что я буду ходить. И еще я сделала вывод для себя, что я абсолютно не домашний человек. Вообще абсолютно. То есть я сижу дома несколько часов, я начинаю сходить с ума, серьезно. Я вот что-то делаю на протяжении нескольких часов дома, и мне потом становится скучно просто. Очень скучно. Поэтому нет. Я каждый раз себе говорю, я больше не буду гулять, я начну там что-то делать. Только учеба, но понимаю, что только учеба это вообще, это жестко. Можно учиться, но... Никак некоторые могут просто вот реально учиться 3 часа, ну, блин, 3 часа это мало, ладно, учиться там 12 часов в сутки, 10, я не понимаю, ребят. И так практически каждый день. Это надо быть, наверное, ну, я не знаю, каким человеком, даже не трудолюбивым, а вот помешанным на этом, что ли, я не знаю. Мне кажется, это очень жестко просто. Не знаю. Я решила немножко развлечься. Skincare, там всякое, уход за собой, короче. И у меня вот маску какую-то купила, я не знаю, классная она, нет, черная маска пленка. То есть я вообще фиг знает, что это. Такая вот я сегодня с волнами. Хоть что-то необычное в моей жизни. Не хочу. Предупреждаю, я снимаю. Картошку и шашлык. А я взяла себе цезарь. А ты все там цезарь будешь? Да. Вишню решила все-таки взять. Я сначала на него смотрела, но решила, что вода лучше. В этом плане да. Вот мой цезарь. И знаете, что в нем классно? То, что соус отдельно, самый калорийный соус, знаешь, да? Типа можно
не класть его. Да, будет не цель, допустим. Ну, можно меньше положить, чем кладут. Типа. Короче, girls, короче, boys, я сейчас собралась и буду снимать видео. Я вчера просто приехала домой и реально еле заставила себя переодеться, чтобы не уснуть. В том, что я была в штанах, знаете, в кофте. Мне было очень комфортно, я готова была спать уже на диване, на полу, где угодно. Но очень устала просто. И поэтому я вчера ничего не записала, когда приехала домой. Вот, поэтому сейчас немного в поменявшейся обстановке я вам расскажу, что происходит. Вот, камера стоит. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Если хотите больше влогов, то ставьте палец вверх. Я жду ваши комментарии. И знаете, что я вас сильно люблю. И...